Я Катя Кобитева, мне 11 лет. Я представляю детскую студию телеведущих общественного детского интернет-телевидения «Высалка ТВ». Я снималась в огромном количестве программ, потому что в студию хожу уже с 5 лет и имею большой опыт работы с микрофоном перед камерой. Я снималась в программе «Высалка», «Высалковая игротека», ток-шоу «Младен Стар» и «Я хочу тебе сказать». А еще я хожу в студию «Лего» на курсы архитектуры, где нам рассказывают про архитекторов и какое здание они построили. Я веселая и жизнерадостная, но иногда могу рассердиться на своего младшего брата. У меня много друзей, я дорожу их дружбой. Я люблю путешествовать и весело проводить время.